Друзья, всем привет! Я нашел для вас интересный автомобиль. Это MG-ZR с двигателем 2 литра турбо на 200 лошадиных сил. И на примере этого автомобиля я вам покажу, как с нуля изготовить моторную проводку и установить сюда блок управления двигателем Январь 5.1 и в последующем его настроить. История этой машины такова. Владелец приобрел, она была на ходу, ездил на ней, но в какой-то момент произошло короткое замыкание проводки, она попросту сгнила, и у него сгорел блок управления двигателя. Он нашел подобный, удалил иммобилайзер, но машина с тех пор адекватно не может работать. Вообще, когда владелец пригнал этот автомобиль, я думал, что проводка здесь в нормальном состоянии и все обойдется только заменой блока. Но, как вы видите, здесь все в паутине, проводка уже перепаивалась, где-то перекручивалась, и на такой проводке я отказался собирать новый блок, потому что я не до конца уверен в том, что здесь все хорошо, нет нигде никакого замыкания, поэтому мы будем ее перекладывать и начнем, пожалуй, с того, что достанем отсюда все лишнее. О, так он даже держит холостой ход. То есть я нажимаю на газ, и она сразу начинает глохнуть. Я не знаю, смогу ли я доехать вообще в гараж на ней. Может, пусть прогреется. Я буду надеяться, что это живое топливо. Мы сейчас заедем, я достану свечи и посмотрю, чтобы они, по крайней мере, не были в масле, чтобы не приходилось работать с уже мертвым мотором. Что, он сейчас толкать-то было? Тачка задымила весь гараж, сейчас подождем, пока сойдет дым. Я боюсь представить, что происходит там в двигателе внутри, это просто какой-то ужас. Такое чувство, что там одна форсунка просто открыта, или они все открыты, льют живое топливо. Неудивительно, что владелец говорит, что на месте позаводя спалил 40-50 литров топлива просто. Так, давайте теперь посмотрим, в каком состоянии у нас находятся свечи. Возможно, потребуется просто их замена. Также мы сможем понять, в каком состоянии косвенно цилиндры находится. Если там просто сгорел поршень или что-то случилось с цилиндром, свечка будет в масле. Но сейчас, мне кажется, там будет просто живой бензин. Чистый бензин. Но масло здесь не видно, это радует. Кстати, свечи иридиевые. О, первый цилиндр залит. Второй у нас богатый, но что-то сгорало. В первом были пропуски. Воспламенение это точно, потому что мокрая свеча. Третий. Также что-то сгорало, потому что она черная, но бархатный цвет. И четвертый. Также что-то сгорало. В итоге первая форсунка, по-моему, у нас выглядит как будто залипшей. В принципе, все хорошо. Можно продолжать дальше разгребать всю эту проводку. Следующая задача. Нам нужно вычленить моторную проводку. Сложность здесь только в том, что нужно найти провод, который идет на тахометр, на датчик масла, давления и на датчик температуры охлаждающей жидкости, которые идут на приборку. И также провода, которые выходят из главного реле и из реле бензонасоса. Так, но перед этим мы снимем клемму аккумулятора. Где он находится? Хороший вопрос. О, ха, вот он точно. Как так? Ну, ладно. Давайте Кириллу поможем найти аккумулятор. Бам, погнали дальше. Достаем ЭБУ старый и отключаем его. Он весь такой пожеванный жизнью. Провода. По поводу системы зажигания. Мне не нравятся вот эти все провода. Изначально здесь стояло от распределителя. Было высоковольтными проводами все сюда заведено. Я сейчас возьму катушку зажигания от ВАГа индивидуальную и прикину, как она вообще сюда становится по размерам. Возможно, мы на них и остановимся. Потому что даже чисто с эстетической точки зрения выглядят провода высоковольтные так себе. Вот, в принципе, так вид будет лучше, и поэтому проводку мы будем плести сразу под индивидуальные катушки от ВАГа. Усложняем себе задачу, но в угоду эстетичности и лучшей искры возможно, которая здесь в принципе не нужна. Здесь у нас много проводов идет куда-то, не пойми куда, и нужно с этим всем разобраться. А, вот идет на салонную проводку, разъем.
очень сложно выгребать вот это выщипывать с провода, когда еще в голове нет схемы, ты первый раз работаешь с этим автомобилем, непонятно, что за что отвечает, но вот так вот кропотливо и планомерно, если все это делать, то, в принципе, к чему-то можно прийти. Эти провода владелец выводил на включение вентилятора, но я сейчас его от салона откушу, потому что вентилятор у нас будет включаться от блока управления. О, кнопочка. Щелк, готово. А, и вот у нас соединяется с вентилятором. Все. Это, наверное, соленоид управления буст-контроллером, но мы поставим свой, от этого откажемся. О. Так, я нашел датчик температуры охлаждайки, который нужно вычленить из всей этой проводки и отвести в сторонку, чтобы впоследствии уже в новую косу его заплести и проложить. Почему это еще не все? Я отсоединил от мотора всю проводку. Последние проводки, которые цепляются за этот кузов, это провода, которые идут с моторной проводки на салон. И вот сейчас самая главная задача их аккуратно отсюда вычленить. Я только потянул этот проводок на генератор, и вот наша скруточка на возбуждение вся развалилась, она окисленная, просто в ужасном состоянии. Я подбрасываю все провода, которые идут с салона на мотор, в сторонку, свяжу их в узелок, и потом также переделаю, как и всю остальную моторную проводку. Половину проводов, которые идут на салон, я уже вычленил из проводки. Это у нас провод на датчик скорости на приборку, это у нас возбуждение генератора, это у нас датчик охлаждающей жидкости, датчик давления масла и несколько проводов, какие-то ноунеймы, я не понимаю, что к чему, но один из них будет это плюс после включения зажигания, остальные нам не понадобятся. А, вот еще и тахометр. Да, остальные провода, я думаю, январь не потребует. Это что-то тут уже какая-то внутренняя своя кухня. Быть может, я потом разберусь, что это за провода, но пока что это не столь важно. Главная задача сейчас стоит, это из блока предохранителей и реле вычленить нужные нам провода. Это должен быть плюс после включения главного реле провод управления главным реле. В общем, я тут приступил к поиску концов, что за что отвечает от блока предохранитель. Для этого я их все зачистил и поочередно тыкаю на минус. Вот я обнаружил, что белый провод отвечает за какое-то реле, это оно щелкает, вот это реле. Дальше, один конец щупа мультиметра я ставлю на минус, ставлю напряжение до 20 вольт и смотрю, что это реле у нас включает. То есть завязал провод за щуп и теперь включаю реле, смотрим. Ничего нету. Следующий провод. Неудобно, к сожалению, в одни руки это все делать. Оп. Следующий провод. Смотрим. Есть. Это у нас главное реле, которое будет включать все потребители, форсунки, регулятор холостого хода, катушки. Вот этот провод был реле бензонасоса. Он включался. Реле включалось, бензонасос шумел. Есть. Я выдернул моторную косу, старую. А сейчас начну плести проводку на катушке зажигания. Но перед этим делом здесь есть самый главный нюанс. Январь работает, в принципе, с триггером. То есть, где стоит у нас датчик коленвала, из какого диска он считывает. Это называется триггер. Триггер 60 зубьев минус 2, то есть 58 зубов и пропуск. Здесь я не знаю, какой стоит триггер. И владелец говорил, в принципе, что на 60 минус 2 он не похож, поэтому я возьму осциллограф, и дабы удостовериться, что этот триггер нам не подходит, который стоит здесь по заводу на маховике, посмотрю осциллографом, что он снимет. Если триггер нам не подходит, то мы будем делать новый уже на переднем шкиве коленвала. Это я вам впоследствии покажу. Так, это у нас осциллограф. Вешаем мы его сюда. Здесь я вычленил датчик коленвала, пока что его не доставал. Вот у нас два проводка. Мы их зачищаем и будем сюда прикидывать щупы от нашего осциллографа. Зачистим чуть больше, чтобы получилось намотать. Есть. Так, одеваем наши щупы осциллографа. Раз и два. Так, одеваем клемму аккумулятора. Одну, вторую. И подключаем ноутбук. Дождался.
стартер крутит. Теперь, чтобы мне в одно лицо все это сделать, я нажму запись и пойду крутить. То есть осциллограф у нас сейчас считывает сигнал с датчика коленвала. Ой, не, такое нам не пойдет. То есть у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 зубьев и пропуск. Потом 1, 2, 3, 4 зуба, пропуск. Потом опять 12 зубьев, пропуск. С таким триггером мы ее точно не запустим. Поэтому придется нам переносить задающий диск и датчик коленвала на шкив коленвала передний. Но этим мы будем заниматься уже потом. Какие нюансы дальше? Вот это по заводу регулятор холостого хода на этом двигателе. Я не знаю, как его запустить. Я даже не буду пытаться. Возможно, с январем он сможет как-то работать. Но это лишнее потраченное время. Поэтому мы берем регулятор холостого хода от BMW. Моментный. Поставим мы его куда-нибудь сюда, сюда, либо сюда. Для этого нам нужно будет вырезать в пайпе до дросселя и в коллекторе после дросселя отверстия, в них приварить отводы, к которым потом подсоединятся шланги, то есть шланг у нас соединяется со входом, выход у нас соединяется с коллектором. Это мы впоследствии поставим. Также мы поставим датчик температуры впуска куда-нибудь в это место. К сожалению, пока что у меня на руках его нет. И мы сейчас заменим датчик температуры охлаждающей жидкости. Стоит он у нас по заводу здесь. Я не уверен, что тарировка этого датчика подходит нам. Тарировка – это у нас таблица соотношения входного напряжения к температуре. То есть на датчик у нас, например, подается 5 вольт. Он эти 5 вольт преобразует там в 3, в 2, в 4, у него сопротивление меняется, вольтаж меняется. И блок управления воспринимает этот вольтаж как определенную температуру. То есть я знаю, что на этом датчике при 4 вольтах будет там, например, 90 градусов. А какой вольтаж на этом датчике при температуре 90, я не знаю. Поэтому вот мне проще ставить сразу известный мне датчик, чем разбираться с датчиком, который стоит у нас здесь. Ты попала к настоящему. Ё-моё, ничего себе тут зажато. И, по-моему, здесь даже разъем, которого у меня нет. Все звезды сошлись на то, чтобы поставить другой датчик. Кстати, это датчик температуры BMW, VAC, что-то еще от системы управления Motronic. Они очень на многих машинах одинаковые. Да, здесь большая резьба. Все, закручиваем его назад. К этому вопросу мы вернемся потом. Сейчас я беру абсолютно новые разъемы на катушке зажигания и буду плести проводку на те самые катушки. Распиновку катушки вы сейчас видите на экране. Получается, около квадратного разъема это у нас идет плюс 12 вольт. Рекомендуется, и в принципе по заводу на этих катушках там идет около 2,5 квадратов, то есть сечение, он достаточно толстый. Также идет толстый, это у нас минус. Третий у нас управление с блока управления, он может быть тонкий, это просто сигнальный провод. И четвертый это еще один минус, он также должен быть толстым. Берем профессиональный инструмент, зачищаем кончик провода, который у нас пойдет на минус. Можно использовать вот такие вот резиновые уплотнители, если у вас разъем будет без резиночки здесь большой. Но я для красоты и эстетики поставлю на разъем сюда резиночку. Впоследствии вам покажу, как это будет красиво и культурно выглядеть. Поэтому я не использую резиночку индивидуальную, потому что у нас будет общая. Берем второй профессиональный инструмент, вставляем провод. Сжимаем. Вот такая, в принципе, симпатичная получается обжимка. И вставляем его у нас, вот, например, минус четвертый. Раз. Минуса я сведу где-нибудь на голове. Это может быть, например, о, вот тут. Вот у нас есть здесь провод. Здесь как раз-таки уже стоит масса. Вот на эту массу я заведу один, а второй поставлю. Вот у нас есть здесь тоже отверстие. Берем провод. По длине с запасом его оставляем до того, чтобы свести потом. И откусываем. Дальше мы берем плюс. Самая замороченная часть плетения проводки – это свести все плюса. Я пока что не знаю, где у нас будет находиться основной плюс после главного реле. Но от катушек плюсы я сведу где-нибудь в этом районе, соединю их вместе и потом оттуда более толстым проводом уже поведу к блоку предохранителей. Поэтому длину мы также отмеряем примерно до этого вот диапазона. Откусываем и таким же образом, как и предыдущий провод, запиновываем. И вставляем его в нужное нам отверстие. И берем более тонкий провод, ставим его в пин
который будет у нас управлять катушкой от блока управления двигателем, делаем его более длинным, кидаем куда-то туда, в район блока управления двигателем, защелкиваем наш разъем и одеваем на катушку зажигания. Все. Далее берем шелковую изоленту. Она очень похожа по своей структуре на ту, которая используется по заводу в автомобилях для моторных кос. В принципе, она предназначена для моторных кос. Сматываем эти провода аккуратненько, чтобы они друг с другом переплетались и не торчали. Выглядит это у нас примерно таким образом. Одевается на катушку. Здесь, я напомню, еще будет стоять такая резиночка, которая красиво все это скроет. Вот так вот эти провода будут идти по голове. Потом мы их тут еще между собой немножко подсоединим, чтобы это красиво выглядело. И как-нибудь вот так вот туда это все пойдет к блоку управления. Но это чуть позже. Нам нужно сначала сделать всю вот эту косу. И также мы поступаем со всем остальным. С датчиком температуры охлаждающей жидкости, с датчиком температуры впуска, с форсунками, с регулятором холостого хода, с датчиком положения дроссельной заслонки, с датчиком абсолютного давления и с датчиком коленвала. В принципе, я перечислил все датчики, которые будут использоваться на этом двигателе. Провод на датчик коленвала выглядит у нас таким образом. Это экранированный провод. Состоит он из двух проводов и экрана. То есть, вот это бронзовое, это у нас экран. И два провода, это два провода на датчик коленвала. Два сигнальных провода. Экран нужен для того, чтобы предотвращать помехи на всей длине провода. Датчик положения очень чувствительный. Работает там в небольшом диапазоне вольт. И поэтому любая помеха может сказаться на последующей работе двигателя. Я составил для вас схему подключения января для 4-цилиндрового двигателя, по которой я буду, в принципе, подключать этот автомобиль. Ее вы можете использовать абсолютно на любые 4-цилиндровые двигателя. С 6-цилиндровыми там немножко она отличается, добавляются два канала форсунок и один канал зажигания. Когда будем рассказывать про 6 цилиндров, я вам нарисую новую схему. А дальше мы планомерно продолжаем плести проводку. Я сплел проводку от всех исполнительных механизмов и от датчиков, вывел ее вот в эту зону. С этой зоны я уже чуть позже буду разгребать. Часть проводов пойдет на блок управления, а часть я свяжу между собой. Сейчас я хочу снять впускной коллектор. Он здесь у нас соединен из двух частей. Сделать я это хочу потому, что я не могу установить проводку, которую я сплел. Очень труднодоступном месте находятся форсунки, не могу одеть на них разъемы. И раз уж я отсоединю коллектор и у меня будет доступ к форсункам, я сниму форсунки, свожу их на стенд, чтобы, во-первых, понимать их производительность для последующей настройки, а во-вторых, быть уверенным в том, что между ними нет разброса. Форсунки сняты. Выглядят они, конечно, так себе. Весь корпус ржавый. О, интересно, кстати, распылитель здесь. Поедем сейчас на стенд, поставим и будем смотреть, что они нам покажут. Проверили форсунки на стенде, и по производительности они оказались 220 кубов при 3,5 барах в рейке. Это никуда не годится на турбомоторе при смеси 12, это где-то у нас 150 сил с 4-цилиндрового мотора получится. То есть, ну, вообще ни о чем, эти форсунки, походу, поставили не с этого мотора, поэтому будем их менять, пока что не знаю на что. Сейчас посижу в интернете, поищу, возможно, поставим запилы, либо сейчас глянем, можно ли запилить эти родные. Но здесь какая-то очень хитрая система. С таким распылителем у нас ничего не получится. Поэтому наш вариант, который я вижу, это распилы от BMW M52 2 литра 2,5. Либо какие-нибудь искать от Saab, от Volvo. Но это уже посмотрим сейчас по наличию и по цене. Я нашел в загашнике в коробке как раз таки форсунки от BMW. У меня их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как минимум 7 штук. Сейчас я их всех поставлю на стенд. Надеюсь, что из них я подберу 4, которые будут лить одинаково. По геометрическим параметрам они, в принципе, схожи. Посадки под рейку и под коллектор у нас одинаковые. То есть резиночки у нас находятся на одном и том же расстоянии. Что тут, что тут.
Поэтому сейчас их ставлю на стенд, подбираю и думаю, что на этом варианте мы остановимся, чтобы не делать лишних движений. Кстати, они уже распилены, 340 кубиков. Так, у нас их 7. Поставим пока что 6, посмотрим, что будут ли. Все они отмыты, пролиты, но отложены в сторонку, потому что какие-то комплекты не бились по разбросу между собой. Поэтому сейчас будем из всех тех комплектов подбирать что-то похожее друг на друга. Так, эта форсунка у нас мертвая. Значит, убираем ее. По-моему, идеально. Мы подобрали из 7 форсунок 4, которые льют одинаково. Вы можете заметить, что они сильно пенят, но это уже прокатанное решение, на многих машинах ездит. Никаких вопросов с этой пеной не возникает, то, что у них такой плохой распыл и бла-бла-бла. Сейчас я буду снимать шкив коленвала, чтобы подвести его к токарю, и он повесил мне зубчатый венец. Шкив я достал. В чем идея? Это шкив от BMW, от двигателя M43. Я посмотрел по диаметру. Они примерно одинаковые. Я отдам это все токарю, он срежет вот это кольцо, сделает здесь посадку, посадит это кольцо сюда, и потом я в нужном положении прихвачу это сварочными точками. И у нас получится родной шкив с задающим диском. И позже мы под этот задающий диск сделаем кронштейн с датчиком коленвала. И второй задачей для токаря будет выточить втулочку, которая у нас будет подводить шланг от регулятора холостого хода к коллектору. Я отказался от идеи делать здесь отверстие и вваривать штуцер под регулятор холостого хода. Я сделаю чуть хитрее и проще. Это болт банжа, который у нас подсоединяет к впускному коллектору вакуумный усилитель тормозов. Выглядит это таким вот образом. Вот оно вот так вот вставляется, и из коллектора вакуум идет на усилитель тормозов. Я просверлю этот болт 10-м отверстием, вварю сюда втулку под посадку шланга, и у нас получается и на вакуумный усилитель будет воздух идти, и с регулятора холостого хода в коллектор. Гениально и просто. Намного проще, чем сверлить, варить, красить, примерять и все такое. Друзья, спасибо, что досмотрели ролик до конца. В следующей серии мы установим сюда датчик коленвала, попробуем ее запустить, настроим ее вместе с вами, планирую дунуть сюда 1 бар, попробуем выжать из этого кузова все, замерим разгон 0-100, поэтому подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал, ставьте лайки, если хотите поддержать и вам нравится наш контент, становитесь спонсором на YouTube и на Boosty по ссылке в описании. Всем пока!